Такие булочки чаще всего готовят с корицей и сахаром. Изюминка этого рецепта – яблочное повидло, которым смазывают пласт теста. Смотрите рецепт. Нежные, мягкие, воздушные, сладкие булочки с приятной кислинкой яблока. К слову, яблочное повидло можно заменить абрикосовым или сливовым. Хочу акцентировать внимание на тесте. Оно получается идеальным, мягким и вкусным. Пробуйте. Досмотришим видео, и я предложу записать список ингредиентов. 1. В отдельной емкости перемешайте дрожжи и теплое молоко, оставьте на 5 минут. 2. Смешайте в миске муку, сахар и соль, в центре сделайте углубление и добавьте яйцо, 1/3 стакана растопленного масла, 1 чайную ложку ванильного экстракта и смесь молока с дрожжами. 3. С помощью насадки крюк, замесите тесто, вымешивая в течение 10 минут. 4. Тесто должно получиться плотным, но не сухим. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. 5. Сформируйте из теста шарик, смажьте растительным маслом. 6. Накройте миску с тестом пленкой и поместите в теплое место на 1-2 часа. За это время тесто должно увеличиться в объеме как минимум в 2 раза. 7. Переложите тесто на ровную, заранее посыпанную мукой поверхность и раскатайте его в прямоугольник. 8. В отдельной емкости смешайте коричневый сахар, корицу, а также подготовьте яблочное повидло. 9. Равномерным слоем нанесите яблочное повидло на тесто, оставляя небольшой отступ от краев. 10. Посыпьте тесто смесью сахара и корицы. 11. Помойте, очистите от кожуры и сердцевины яблоко, нарежьте небольшими кусочками, распределите яблоки по тесту. 12. Сверните из пласта теста плотный рулет. 13. Разрежьте рулет на 15 равных кусочков. 14. Поместите булочки в смазанную маслом форму для запекания. 15. Накройте форму пищевой пленкой и оставьте на 30-40 минут, чтобы тесто поднялось. 16. Выпекайте булочки в течение 30 минут в разогретой до 175 градусов духовке. 17. Приготовьте глазурь. Смешайте с помощью миксера сливочный сыр, 1/4 стакана масла комнатной температуры, сахарную пудру и 1/2 чайной ложки ванильного экстракта. 18. Нанесите глазурь на теплые булочки. 19. Готово. Приятного аппетита! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Ингредиенты. Молоко 1 стакан, дрожжи сухие, 2-5 чайных ложки, мука 4-5 стакана, соль по вкусу, сахар белый 0,5 стакана, яйцо 2 штуки, масло сливочное по вкусу 1/3 стакана для теста и 1/4 стакана для глазури, ванильный экстракт 1,5 чайных ложки, яблочное повидло 1 стакан, коричневый сахар 1 стакан, молотая корица 2 столовые ложки, яблоко 1 штука, сливочный сыр 85 грамм, сахарная пудра 1,5 стакана, количество порций 1-5. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. До новых встреч!